Задача общественной палаты – обеспечить согласование интересов граждан, организаций и органов власти. Все для решения социальных проблем и экономических вопросов. Ульяновская палата работает в новом составе чуть больше месяца. Планы дальнейшей работы обсуждали вместе с главой региона. Большое внимание общественники уделяют решению экономических проблем. Это и поддержка бизнеса, и борьба с безработицей, и увеличение доходов населения. Пока по Ульяновской области данных в этом отношении по региону нет, но, тем не менее, по Российской Федерации не есть, и я думаю, Ульяновская область не сильно от них отличается. То есть во втором квартале текущего года реальные доходы населения в Российской Федерации просели на 8%. Ну вот, я думаю, примерно такая же динамика, ну, и у нас будет, это примерно показатели 99-го года. Восстановить динамику экономического роста, перевести рынок труда в новый формат работы, чтобы как можно больше людей начали зарабатывать. Задачи первостепенные. Выслушать проблемы граждан готовы не только офлайн, но и онлайн. За месяцы пандемии общественники продолжали работать дистанционно. Подобный формат работает и сейчас. Были налажены формы обратной связи. Очень удобный и переформатированный у нас сейчас сайт общественной палаты. И далее мы планируем его насыщать информацией и продолжать прием обращений вот через формы обратной связи, более улучшенные какие-то тоже удобные использовать формы для того, чтобы жителям было проще, доступнее, легче обратиться с любым вопросом к любому члену общественной палаты. Общественники продолжают следить за выполнением национальных проектов. В самой структуре организации выделены дополнительные направления работы. Это комиссии по экологии, демографии и соцблагополучия. На данный момент палата работает по 12 направлениям. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.